Дефицит билетов из Владивостока в Москву и обратно возмутил губернатора Приморского края. По его словам, двух авиарейсов в день в столицу при существующем пассажиропотоке крайне мало. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении при покупке билетов за несколько дней до вылета выросла в 3-5 раз. Кроме того, Владимир Миклушевский обратился к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу с предложением увеличить количество прямых авиарейсов во Владивосток другими авиакомпаниями, не только Аэрофлотом. Напомним, эта проблема появилась с уходом с рынка Трансаэро. Сейчас билетов на прямые рейсы до Москвы в эконом-классе нет вплоть до 10 ноября. Цены на перелет с пересадками колеблются от 14 до 24 тысяч рублей в одну сторону.